Всем добрый день. Приехала с магазина. Поехала заодно землей, набрала не весь чего. Так, заехали сначала в ермолинский магазин. Купила ермолинской колбасы. Вот на ней написано ермолинская колбаса. Кусочек. Дальше. Кетчуп томатный, очень вкусный, тоже в Ермолино. Так, пельмени. Собиралась с утра лепить пельмени, то есть не пельмени, а вареники. Сварила картошки, звонит свекровь, поехали в магазин. Все, вареники отменяются, купила вареники, потому что кушать надо, а не сидеть сейчас варить. Время уже первый час, ну час уже. Какие мне вареники? Купила вареники с картошкой. Потом купила вареники с вишней. Вот какие красивые. Видно, не видно. Все по килограмму. Купила фрикадельки. Вот с этими фрикадельками вообще история. Они и так вкусные. Это тоже в Ермолино. 200 с чем-то. Делала с них котлетки. Видно, видно. Котлетки делала. Мясо растает. Можно что-то добавить сюда. Или рис, или еще чего-нибудь. А я на них пирог делала. На этих фрикадельках. Мясо растаяло. Вот, сейчас покажу. Беру вот такое тесто дрожжевое. Добавляю этого мяса. Вот купила две пачки еще. Каждый раз по две пачки беру. Дрожжевого теста делаю пироги. Быстренько, за 40 минут и готово. Так. Дальше. Хлеба купила свежего. Надо вот его из целлофана убрать. Посмотрите, какой хороший свой хлеб. Пекут сразу в магазине, в низкоцене. Так. Этот суслик. Горячий был, в пакет положила. По дороге не вытащила. Две. Вот с пакета надо убрать. Так, где-то еще булка должна быть. Вот. Еще булка. Хороший хлебушек. Как домашний. Так, взяла вот такие Хлебодар. Булочки. Пикник в упаковке. Мы их разрезаем. Начинку можно добавлять. Вкуснота. Так, это. Обязательно потом. Также потом заехали в низкоцен. Не хотела брать. Как будто заставляли меня. Зашла посмотреть. Набрала. Увидела по 45 рублей гранатовый сок. Взяла две бутылки. Так. Пить охота было, купил еще квас. Куда-то делать. Вот она бутылка в дороге открывала. Хлебный квасный напиток. Квасной. Бутылка. Так, тоже недорогой. Так, увидела рис. Купила рис. Длиннозерный пропаренный. Также купила. Так, я тут шуршу немножко, извините. Так, шулечек надо брать. Лапша яичная. Мороженое полярное, ванильное. Брали постоянно на палочке. Тут что-то решила такое вот взять. 900 миллилитров. Это светофоре вот сейчас. Так, также ряженку. Сказали, вкусная. Купила три пачки. Сейчас я ее достану. Все на ходу. Сказали, наивкуснейшая ряженка. Нахватала аж три пачки. Так, вафель что-то захотелось. Купила вафли. Ч
Что увидно, все увижу, то охота. Магазин пускать нельзя. Мороженое шоколадное. Так, вот что я хотела показать. Вместе с рисом взяла крупа пшеничная булгур. Увидела у своих подписчиков вот рецепт на этот булгур. Такое, вот такая крупа. Посмотрю, как готовить ее. 800 грамм. Посмотрим, как вкусняшку делать. В общем, также взяла карбонат, консерву, к лапше. Свекровь посоветовала. В общем, свекр сбегал, мне две баночки взял. Вот с этой лапшой они готовят, говорят, вкусно. Надо попробовать. Так, взяла также колбасок. Ясная горка, килограмм 74. Постоянно берем вкусным. Также берем постоянно карбонат. Так. Так, это грудинка, наверное. Не вижу тут своими этими без очков. В общем, омский бекон. Мясо вот такое берем. Вкусненькое, копченое. Также взяла грудинку. Незамороженную. Грудинка куриная. Так. Купила еще агроспанбон. У нас крысы прогрызли весь укропной материал. Думаю, тут раз я не взяла земли, разобрали. Думаю, сейчас, если я не куплю укрывной, если хотя бы одну пачку, она длиной 10 метров, тоже разберут. Я купила.